обеспечить безопасность, качество и доступность транспортных услуг в республике? Об этом говорили сегодня на заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства. В повестке дня также итоги работы профильных ведомств, что, впрочем, вполне объяснимо. Выполнение задач, обозначенных в комплексной программе развития республики на ближайшую пятилетку, требует координации усилий всех заинтересованных сторон. Это формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для маломобильных групп населения и жителей республики в целом безопасных, качественных, комфортных транспортных услуг, способствующих повышению конкурентоспособности Чувашской республики, улучшению экологической обстановки в регионе. Все эти факторы в совокупности вызывают необходимость обеспечения существенно более высоких требований к техническому уровню транспорта, эксплуатационному состоянию дорог и дорожных сооружений, разработка и применение этих целей новых технических норм, прогрессивных технических решений, дорожных технологий и материалов систем организации движения, отвечающих современным требованиям. Это очень важная и ответственная работа. Обновленное дорожное хозяйство, полагают специалисты, может сыграть роль локомотива в развитии экономики в целом. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.